и Jibberly. Здесь вы услышите всю компетентную информацию о проекте, а также узнаете о всех инструментах дохода. История B2B Jibberly. В 1995 году мы открыли свой первый ювелирный магазин. Спрос на ювелирные изделия был хороший, конкуренции практически не было. А это идеальные условия для любого бизнеса. Мы начали развиваться, открыли собственное производство и расширяли собственную сеть ювелирных магазинов. За определенное время количество наших магазинов достигло 15 по всей Украине. Но кризис коснулся и ювелирного бизнеса, что заставило компанию искать новые решения. Таким образом и родилась идея создать проект B2B Jibberly. Во время кризиса у производителей ювелиров родилась идея создать проект B2B Jibberly, с которого и началось стремительное развитие. И это стало возможностью для многих ювелирных производителей и для нас с вами зарабатывать достойно. На сегодняшний день компания открывает по 6 магазинов ежемесячно. Наши ближайшие планы – открыть магазины в каждом областном центре и районном центре Украины, а также открыть магазины в 30 странах мира, таких как Казахстан, Киргизия, Грузия и другие страны. Во время кризиса большинство предпринимателей и производителей пошли в банк за кредитами, чтобы таким образом поддерживать собственный бизнес. Но мы пошли другим путем, а именно выбрали стратегию по привлечению и увеличению клиентской базы. Поэтому грамотный маркетинг, открытые сети магазинов и привлечение покупателей. В итоге кредиты не нужны, расширили производство и еще привлекли других украинских производителей. Какие основные инструменты маркетинга мы внедрили в наш проект? Первое. Это кэшбэк от покупки ювелирных изделий. Вы приобретаете ювелирное изделие из золота 585-й пробы или серебра 925-й пробы. Далее, в течение года вы получаете возврат личных средств и еще и с плюсом. Чем дороже стоимость изделий, тем больше этот плюс. Второе. Это бонусы от покупки подарочного сертификата. Вы приобретаете подарочный сертификат. Далее, в течение года получаете бонусы на вашу банковскую карту 52 платежа и через год отовариваете ваш подарочный сертификат ювелирными изделиями. Третье – это активный доход, процент от оборота собственной структуры. Таблица получения бонусов при покупке ювелирных изделий. Минимальная сумма покупки, чтобы стать участником нашей бонусной программы, составляет 1000 гривен. Вы приобрели изделие за 1000 гривен. Уже в течение первых двух недель вам начинает приходить бонус в размере 2%. От 1000 гривен это 20 гривен еженедельно. Общая сумма бонусов в течение года составляет 1040 гривен. Если рассмотреть изделие, либо это сумма нескольких изделий за 100 тысяч гривен, то еженедельный бонус будет составлять 3000 гривен. Чем дороже стоимость изделия, тем выплата еженедельная увеличивается. Минимально 2%, максимально 3,5%. Бонус начисляется еженедельно по пятницам. Наш проект любит дарить подарки. При покупке изделия либо сертификата от 5000 гривен вы получаете один сертификат на 300 гривен. При покупке от 9000 гривен два сертификата по 300 гривен. Чем дороже стоимость покупки, тем больше количество сертификатов. Например, при покупке от 200 тысяч гривен количество сертификатов 55. В гривневом эквиваленте это составляет 16 500 гривен. На эти сертификаты бонус не распространяется, их можно отоваривать ювелирными изделиями из золота и серебра. Так выглядят наши ювелирные украшения. На каждой нашей бирочке присутствуют две суммы. Верхняя сумма – это цена изделия. Нижняя сумма – это сумма бонусов, которая в течение года равными частями будет начисляться вам на банковскую карту. Наше золото 585-й пробы, серебро 925-й пробы. Каждое наше изделие проходит через независимую пробирную палату, где ставят оттиск с пробой, что и является сертификатом качества изделия. Данная модель бизнеса настолько успешно внедрилась, что мы стали приглашать и других производителей. На данный момент на витринах вы можете увидеть уже изделия более 7 украинских производителей. Наша
руководство тщательно отбирает производителей, проверяет изделия и допускает лишь тех, у кого есть официальная проверка в пробирной палате Министерства финансов, и лишь потом пускает в сеть магазинов B2B Jewelry. Мы дорожим нашей репутацией. Покупка подарочных сертификатов. Они у нас есть двух видов. Это серебряный сертификат и золотой сертификат. Давайте с вами рассмотрим покупку серебряного сертификата на 10 тысяч гривен. Еженедельный процент составляет 5% в неделю, а это 500 гривен. Общая сумма бонусов в течение года составит 26 тысяч гривен. Через год с момента покупки вы отовариваете ваш сертификат серебряными изделиями на 10 тысяч гривен. Вы приобрели золотой сертификат на 1000 гривен, это 3%, а это 30 гривен еженедельно. Общая сумма бонусов в течение года составит 1560 гривен. После последней 52-й выплаты отовариваете золотыми изделиями. Чем дороже стоимость покупки, тем процент будет увеличиваться. На серебро минимальный составляет 4%, максимальный 7%. На золото 3%, максимальный 5%. Отоварить сертификат вы можете в любой момент, но с момента отоваривания бонусы перестанут начисляться. С появлением кэшбэка и бонусов спрос на ювелирные изделия возрос. Пошли продажи. Золото и серебро являются высокомаржинальным продуктом. Маржа – добавочная стоимость, накрутка. На золотых изделиях она составляет около 200%, на серебряных – от 500% до 800%. Пошел приток, рост клиентской базы. Деньги от продажи изделий и сертификатов руководство бизнес-проекта направляет на расширение производства, открытие новых магазинов и завоевание новых рынков. Мы с вами привыкли мыслить в рамках малого-среднего бизнеса. Купи-продай. Купил за 100, продал за 150. А кто знает, как мыслят владельцы крупных сетей с миллионными оборотами. Модель, которую придумали руководители B2B Jewelry, гениальна. Себестоимость 1 грамма серебра для ювелирного магазина составляет до 30 гривен. Продажная цена от 150 гривен за 1 грамм. Цена варьируется в зависимости от сложности изделия производителя. Минимальная добавочная стоимость составляет минимум 500%, как и в любом другом ювелирном магазине. Пример. Вы совершили покупку серебряного сертификата на 10 тысяч гривен во время акции 7% в неделю. Ваши 10 тысяч гривен мы направили в производство и изготовили изделий минимум на 50 тысяч гривен. Продали их, либо продали сертификат на эту сумму, потому что каждый сертификат подкреплен ювелирными изделиями. И уже с вырученных средств мы начинаем выплачивать ваши бонусы. Общая сумма бонуса в течение года составляет 36 тысяч 400 гривен, плюс в конце года нужно будет отоварить сертификат серебряным изделием на 10 тысяч гривен, но себестоимость этих изделий 2000 гривен. Общая сумма бонусов плюс себестоимость изделий составляет 38 тысяч 400 гривен. Как видите, проект остался тоже в плюсе. B2B – это всемирная аббревиатура, что означает «бизнес для бизнеса», либо «бизнес для двоих». Именно благодаря этому мы увеличили спрос на наши ювелирные изделия и увеличили продажи. На данный момент стратегия нашего проекта – захват клиентов. Высокий процент при небольшом количестве клиентов и магазинов. По мере масштабирования увеличения количества городов и стран, проценты для новых людей в нашем проекте будут уменьшаться. И это естественно. Поэтому если вы придете к нам через год, два, а то и пять, то, скорее всего, вы увидите совсем другие проценты в таблицах наших презентаций. И еще, скорее всего, вы встретите здесь своих родственников и знакомых, которых уже кто-то пригласил в проект вместо вас. Так вот, ближайшая крупная цель проекта
– это открыть магазины в каждом областном и районном центре Украины и еще в 30 странах мира. После достижения этой цели мы начинаем работать по другой стратегии нашего развития – удержание клиентов с помощью скидок, акций и бонусов время от времени. Пока мы находимся в первой стратегии нашего развития, у каждого из вас есть возможность максимально заработать благодаря нашему проекту. Согласно части 1 статьи 509 Гражданского кодекса Украины, подарочный сертификат должен быть отоварен в эквиваленте указанной суммы и при наличии чека или квитанции. Через год с момента покупки вы можете отоварить ваш сертификат серебром или золотом, в зависимости от того, какой у вас сертификат. На золотые сертификаты действует только обмен на товар. На серебряный есть выбор. Если изделия вам не нужны, тогда проект B2B Jewelry предлагает вам реинвестировать, то есть не брать изделия, а переоформить сертификат на новый в эквиваленте 20% стоимости и еще получать целый год бонусы уже с этой суммы. На самом деле мы с вами инвестируем свои средства в реальный сектор экономики, реальные украинские производственные предприятия, реальные магазины, реальные изделия из качественного металла. И никаких рисков, так как любая ваша покупка подкреплена драгоценным металлом. Благодаря грамотному маркетингу и качественному продукту наши партнеры зарабатывают очень достойные доходы. Бизнес-нетворкинг – это онлайн и офлайн знакомства, общение и приглашение в наш проект. Самая лучшая реклама для проекта – это сарафанное радио. И если человек по вашей рекомендации совершил покупку, вы получите реферальный бонус. Для повышения мотивации менеджеров в привлечении клиентов проект разработал маркетинг-план – дающий дополнительные возможности активным участникам проекта. Это таблица реферальных бонусов. Проект делится прибылью и платит вам проценты от созданного оборота. Никаких обязательных закупок и платежей, никаких ежемесячных и ежегодных платежей, никаких скрытых подводных камней. Очень честный бизнес-план и маркетинг. Ваш ранг зависит не только от ваших личных покупок, но и от покупок всей вашей структуры. Чем больше оборот сети, тем больше реферальный бонус. Бонус выплачивается единоразово за каждую покупку с понедельника по среду. От покупок вашей первой линии. От тех людей, которых непосредственно вы пригласили в проект. Вы всегда будете получать тот процент, на котором ранге вы находитесь. А также у вас есть возможность получать доход от покупок их менеджеров до бесконечной глубины. Бонус с покупок глубины будет равен разнице между вашим рангом и рангом вашей первой линии, в структуре которой была совершена покупка. Таким образом, разработана сбалансированная система, когда вам выгодно развивать и свою первую линию, и помогать развиваться менеджерам вашей структуры, независимо на какой глубине от вас они зарегистрированы. Рады вам сообщить, что с нами вы можете зарабатывать еще больше. Для повышения комфорта в работе с нашими клиентами предоставляем вам дополнительную возможность совершать покупки с различной периодичностью получения бонусов, что позволяет увеличить ваш доход до 12% в неделю. Лозунг нашего проекта – «Живите в достатке», и наши партнеры уже в этом убедились. Поэтому каждому из вас я желаю жить в достатке, а B2B Jewelry вам в этом поможет. И помните, ваше принятое решение сегодня, уже через пятницу, может принести вам доход.